Дальше леопард, который тихонько приближается к пасущимся коровам, но, как оказалось, он заметил несколько кабанов, занятых едой под деревом. Тихонько подкравшись под прикрытием высокой травы, леопард атакует. Хищная кошка точно не ожидала, что кабанов в этих кустах так много, так что он выбрал единственное правильное решение и прячется на дереве. Как известно, дикие кабаны в таких ситуациях могут смертельно ранить леопарда. Свинки окружили хищника, но то, что произошло дальше, просто шедевр. Наглый леопард просто прыгает с дерева в кучу разъяренных свиней, цепляет самого маленького и быстро прячется на дереве с добычей в зубах. Кабаны точно были в шоке.